Накануне Дня знаний в кинотеатре «Савона» прошел традиционный праздник для будущих первоклашек. Больше 100 мальчишек и девчонок, детей сотрудников предприятий «Эко-Личпродукт» и ОПТ в этот день получили не только подарки, но и яркие эмоции от праздника и просмотра фильма. Будущие первоклассники стали пассажирами самолета, пилотами которого были руководители предприятий «Эко-Личпродукт» и ОПТ. Только благодаря труду ваших родителей у нас есть такая прекрасная возможность сегодня для вас сделать праздник. Самое большое счастье в нашей жизни – это наши дети. Какими они будут, только зависит от нас. И потому мы будем делать все необходимое, чтобы они жили, самое главное, в мирном Мариуполе, благополучно, чтобы они ни в чем не нуждались, чтобы они превзошли своих родителей и чтобы были с вами вместе свидетелями их успеха и развития. Впереди у вас школьная пора. Желаю, чтобы эта пора у вас, вам принесла много впечатлений и незабываемых событий, чтобы все они были у вас яркими. Вы приобретете в школе новых друзей. Вы научитесь писать, считать, освоить иностранные языки. Но и это не самое главное. Самое главное, что вы научите анализировать свои поступки. Научитесь мечтать, научитесь сочувствовать и сопереживать. Что нужно сказать? Прежде всего, пожелать нашим детям, нашим именинникам, нашим домоклассникам, чтобы они смело шли по дороге знаний. По дороге знаний, которая откроет перед ними множество интересного, множество непознанного. Игровое шоу с персонажами мультфильма и веселые ведущие не давали ребятам скучать. А благодаря конкурсам будущие первоклассники уже знают, чем будут заниматься в школе. Там я буду читать, писать, там будет перемена, я буду гулять, мне очень весело будет. Там можно гулять, найти новых друзей. Еще на перемене можно с друзьями побыть. А учиться готов? Да. Писать, читать, учить, уроки, задачки всякие решать. Там можно много друзей завести себе. Дошколят торжественно посвятили в ученики, вручили медали первоклассника, развивающие игры, а родители получили денежную мотивацию на приобретение необходимых школьных принадлежностей. Очень чудесное мероприятие. Спасибо организатору Юрию Ивановичу. Вообще «Эко-Личпродукту». Очень все замечательно. Детки довольны, рады вообще. Очень побольше таких праздников и всего. Главное, дети счастливы. Да? Раз наши дети счастливы, родители точно так же. Замечательно. Внимание детям, общение, полезные навыки. Все замечательно. Праздник просто чудесный. Мы, как обычно, в восторге от мероприятия организованного. Наше предприятие всегда помнит о нас и о наших детях. Всегда глаза горят радостью у ребенка, вы видите. Праздник организован, как всегда, на самом высоком уровне. Поэтому мы надеемся, что после такого мероприятия наши дети будут, конечно, получать самые лучшие оценки. И успехи у наших детей тоже будут отличные. По окончании игровой программы счастливая детвора торопилась в кинозал. В этот день для них еще один подарок – показ мультфильма в формате 3D.